Привет. 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 Как дела? Все хорошо. Все хорошо. А скажи, пожалуйста, ты замужем? Да. Давно? Угу. Как зовут твоего мужа? Толик. Привет. Скажи, пожалуйста, что такое любовь? Любовь. Факт номер один. Скажи, пожалуйста, что такое любовь? Ты была когда-нибудь на свадьбах? Да, конечно. Что было на этой свадьбе? Что тебе понравилось больше всего? Еда. Еда. То есть... Знавали. Как ты думаешь, что такое свадьба? Не знаю. Что такое свадьба? Свадьба, когда своих детей рожают. Рожают? На свадьбе рожают детей? Да. А что такое свадьба? Ну, свадьба – это когда первый человек женится на втором человеке. Что люди делают на свадьбе? Люди кушают все, ну, все кушают, гуляют. Гуляют. А не пьют что-то? Да. Что? Ну, я, дядя пьет пиво, я пиво, я... И ты пьешь пиво? Не, я стой, большой не буду. Что люди делают на свадьбе? Вариант такой, смотря на какой свадьбе. В греческой свадьбе невеста должна перетанцевать со всеми, кто находится на свадьбе. Ты готовилась к этому интервью? Как сказать, нет. Что на свадьбе самое главное? Не знаю. Ну, может быть, наверное, еда все-таки, да? Да. Что самое главное на свадьбе? Салют. Салют самое главное. Да, какой бывает салют? Какой ты видел салют? Большой. Большой салют, да? Угу. То есть невеста, жених, это не так важно. Самое главное, это салют. Угу. А, скажи, пожалуйста, а кто самый главный на свадьбе? Ведущий. Ведущий свадьбы. На пять. Красава. Что, на твой взгляд, самое дорогое на свадьбе? Деньги. Деньги. Ну да. А вот из того, что можно купить для свадьбы за деньги, что самое дорогое? Ведущий. Ведущий, да? А сколько должен стоить ведущий? 10. 10 чего? Тысяч. Долларов. Дай 5. Отлично. А ведущий, он как бы важен для свадьбы или нет? Так себе. Спасибо. Что дарят люди на свадьбе молодоженам? Пиво. Пиво дарят, да? Вот какой должна быть твоя возлюбленная? Моя сердечная. Сердечная. А скажи, пожалуйста, а какой должен быть жених? Вот твой избранник, каким он должен быть? А. Порядочный. Б. Интеллигентный. В. Хорошо воспитанный. И Г. Хорошо обученный. Какой должна быть невеста? Вот, например, твоя невеста. Какой она должна быть? Она у меня уже есть и красивая. Скажи, пожалуйста, каким должен быть мужчина? Вот, например, твой мужчина. Каким он будет? Он будет слушаться. Будет слушаться тебя, да? Ты ищешь мужчину, который будет выполнять все твои приказы. Да, и много денег зарабатывать. И много денег зарабатывать, да? А сколько денег он должен зарабатывать, чтобы ты его любила? 50 тысяч. Долларов? Долларов. В день? В час. В час. Хорошо. А скажи, пожалуйста, а что ты будешь делать с этими деньгами? На одежду. На машины. А твой папа много зарабатывает? Ну, да. Он олигарх? Нет.
Иди, девочка. А, скажи, пожалуйста, а зачем люди одевают друг другу свадебные кольца? А знаешь ли ты, что делают молодожены после свадьбы? Куда они отправляются? На медовый месяц. А вот нет, вот сразу после свадьбы. Вот. Я знаю, но это... Я уже довольно-таки взрослая, чтобы это знать, но... То есть ты уже довольно взрослая, чтобы знать, но ты не знаешь? Я знаю. Ну, скажи, что, как это называется? Это первая свадебная ночь. Правильно, свадебная ночь. А что они делают? Говорят, что они считают деньги, в это, которые им подарили. Это правда? Может быть. Но потом начинается самое интересное. А скажи, а кто главный в семье, жених или невеста? Жених. Почему? Потому что жених очень большой или очень взрослый. Обычно очень взрослый, да? А невеста, она маленькая? Да. А когда ты собираешься выйти замуж? Лет так под 30. Под 30. Почему не раньше? Вот если будут предложения раньше. С 20 до 28 точно только работа, чтобы подняться по карьерному росту. И потом в 28 понеслось. Ну, как получится. У тебя есть невеста? Как ее зовут? Как зовут твою невесту? Не знаешь или их много? Ну, у тебя одна невеста? Три? Две. Две невесты. У тебя есть жених? Да. Да. Как его зовут? Лысенко, Максим Лысенко. Максим Лысенко, добрый вечер. А, скажи, пожалуйста, какой он? Расскажи о нем. Он меня всегда обнимает, мы уже с ним целовались. Целовались. Тебе понравилось целоваться? Да. А ты маме говорила, что ты уже целовалась с Максимом Лысенко? Говорила. Что мама сказала? Она сказала, что можешь целоваться. Мама. Когда ты выйдешь замуж? Я не знаю. Когда ты выйдешь замуж? Не знаю. Ну, в этом году или в следующем? Даже не знаю. Ну, точно не сейчас. Не сейчас. Время тяжелое, да? Да. Ну, пока курс нестабилен, нет смысла выходить замуж, да? Да. Спасибо.